Челябинск. Встреча проходит в хорошей атмосфере, дружеской. Мы к ним ходили, они нас приглашали в гости на завод, мы все там посмотрели. Сегодня они к нам приехали на арену нашу. Проводим матч, хорош. Матч отличный, побольше бы таких матчей играли. Ребята все интересно, конечно, начали мы с удовольствием. Закончили немножко уставшие, конечно, команда уровень высокий у трактора. Играют отлично просто. Ну, дали, поддавались немножко нам, конечно, но интересно было.